Да, наверное, на мониторе не будет видно. Ну, я вижу полосы. Плывут они, конечно. Земная атмосфера. Как летом над горячим асфальтом плывет воздух. О, давай вот так, с уголочка. Не по всему экранчику. Да не, ну видно полосы, даже на маленьком этом экране я их вижу. Бледненько, но видно. Ну и сдвоенные эти спутнички справа видны. В предыдущих дублях все четыре были видны. 5:40 по Киеву в Харькове. 10 апреля 2021 год. Сатурн сняли, Юпитер сняли. Можно считать, сезон открыт. Восемьсот сорок миллионов километров до Юпитера. Вот это вращение планеты дает нам движение Юпитера по монитору, по экрану. Да, визуально видно Юпитер до сих пор. Сатурна уже, конечно, не видать. Хорошо. Подождем восхода солнца и с чистой совестью пойдем в спадки. Зайца снял на предыдущем дубле. Удачно получилось.